На седьмой день со мной работало уже 3 егеря в поисках медведя. И, наконец, по рации передают, что есть медведь, скорее к нам. Значит, и мне говорят, давай стреляй. Но на буране сидишь, особенно сзади, я сидел вот в таком положении. А медведь атаковал вот снизу. Крайне неудобно прицелиться. Я решил, думаю, встану все-таки на ноги, нормально. При этом забыв о том, что снег. Я спрыгиваю с этих саней и проваливаюсь по грудь. По грудь медведь, значит, там, не знаю, сколько там, метров 15. Ну и он, к счастью, тоже проваливается, потому что под своим весом все время скорее снег собирает, чем продвигается вверх, но все-таки продвигается. И тебе кричат: «Владимирыч, Владимирыч, ты что, ты скорее на санки, на эти самые...» Карабин положил. Хороший карабин, 75-й калибр, африканский калибр. Вот, подтянулся на руках, потому что точки опоры не было. Вот, встал ногами на санки. И тогда уже буквально он действительно был достаточно близко. Там 2 выстрела, в общем-то, не составляло труда его добыть. Но, в общем-то, такая эмоциональная была тоже составляющая, поскольку, когда ты проваливаешься в непосредственной близости от медведя в такое сугробище, вот, то начинаешь думать: боже ты мой, да что ж такое? Ты столько ждал этого шанса, и вот на тебе ты оказываешься в такой дурацкой ситуации, причем очень опасной ситуации. Таким образом, вот тут добыт этот был медведь.